уважаемые братья и сестры, на сегодняшний день мы знаем, много есть разных университетов, где готовят там хафизов Корана, где изучают Коран во всем мире, да, там в России там есть тахфиз в Казани, там, где готовят хафизов, есть там в Тунисе, в Саудовской Аравии, в Египте и так далее. Но самая первая школа по изучению Корана — это Макам Аркам ибн Аби Аркам, ас-сахаби сагир, юноша, сподвижник, было ему 16 лет, это его дом, Аркам ибн Аби Аркам. Вот этот Аркам ибн Аби Аркам, там скрывались посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с первыми людьми, которые приняли ислам, это как Абу Бакр, радиллаху анху, Али и другие сахабы, скрывались, и Аркам ибн Аби Аркам тоже принял ислам, и у него дома 3 года было дава сиррия, скрытый призыв. Там они изучали Коран, то, что не спосылалось посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аркам ибн Аби Аркам из мин бани Махзум, из кабиля, из клана Бану Махзум. Ва Бану Махзум أظهر بيت في مكة ناصب النبي صلى الله عليه وسلم عداوة. Посмотрите, سبحان الله, какое величие Аллаха سبحانه وتعالى. Самый первый дом изучения Корана — Аркам ибн Аби Аркам. Аркам ибн Аби Аркам был 16 лет. Он из кабили, из клана Бану Махзум. А Бану Махзум — это самый такой клан, такой дом в Мекке, которые объявили войну посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Из них Валид ибн Мугира, Абу Джахль, Хариф ибн Хишам. Это те люди, которые объявили войну посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а они тоже из Бану Махзум. وَلَمْ يَدْرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ دَارَهُمْ أَوَّلَ مَوْطِنٍ يَشْتَمِعُ فِيهِ مَعَ أَصْحَابِهِ. Однако они с ним воевали, объявили ему войну, при этом они не знали то, что их дом, дом их клана, их тепа, их кабили, там у них изучается Коран, самый первый кружок Корана. Поэтому Аллаху яфалу ма яша, Аллах создает, делает все, что пожелает, субханаху ва тааля. И именно в их доме, то есть первый это был дом, где изучался Коран. فدار الأرقم ابن أبي أرقم هي أول دار القرآن في الإسلام. في الإسلام самая первая школа по изучению Корана — это дом Аркама ибн Аби Аркам. والجيل الأول الجيل القرآني. Самое первое поколение Корана — это поколение то, которое были вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом доме.